Добрый день. Вот у нас еще одно знакомство. Пришла наша любимая Яра и привела Максика. Максика, она его нашла 2 дня назад. И вот сейчас он живет у нее. Вот он такой, пока маленький. Он у нас овчарка, похоже, немецкая. Больше своей степени. А может быть и не овчарка. Но он очень хороший. Давай, папа, познакомимся. Татоша не будет к Максику ревновать? Не будет. Давай, папа пока с Максиком. Вот такой Максик. А вот у нас Яра тискает Татошу. Тискает Татошу. А Татоша будет вести себя хорошо. Хорошо, Татоша? Мы здесь погуляем, пока будет... Ой-ой-ой-ой! Так, все, пусть писит, пусть. Тихо. Татоша, ну-ка не ходите в лужу. Ну-ка, фу! Нельзя. Ну-ка. Макс, нельзя. Макс, нельзя. Ну-ка, нельзя. Нельзя, Макс. Фу! Его попоите, если то у меня есть. У меня есть. Ну все, идите, идите от лужи. Макс, фу. Ты туда сама отходи, фу. Макс, Макс, идите. Все. Отходите от лужи. То ночью дождь был, вчера с вечера. И у нас тут лужа появилась. Татоша, Татоша, ну-ка, веди себя хорошо. Хорошо веди себя. Это Макс. Это Макс, это наш друг. Наш друг Макс. Какой красивый. На, Максик. Все, идите гуляйте. Пойдемте гуляйте. Татоша. Ну-ка. Гуляйте, гуляйте с Максиком. Только в лужу не лезьте. В лужу нельзя. Макс, фу. Фу. Давай вон туда куда-нибудь в уголок пойдем. Ты иди, а они за тобой. Все. Вот так вот. Яра у нас самый лучший организатор прогулок и игр. Яра, вот так вот. Вот, теперь у Яры свой Максик появился. Вот он какие, вон они. Вон он какой любимый. Сейчас, так, у меня там где-то были салфетки. Сейчас я посмотрю. А то мы вышли сегодня в летнем варианте. Татоша! Ну-ка, Татоша! Нет, идите от лужи. Идите сюда. А то сейчас будете оба. Фу! На салфетке это, Татоша. Он уже на... Ну-ка, Татоша. Максик. Салфетка, вода. Ну, что, теперь надо собачью одежду искать. Фу, Татоша. Ой, таскать, говорю, искать отдельно. Которая для собачек. Которая... Что там такое? Что там такое? Что там такое? Что там такое? Какие-то собачки ругаются. Сейчас пойдем посмотрим. Ну, Максюша. 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 Вот тебе. Максюша. А это тоже что-то там смотрит. Собачки, наверное, ругаются. Ну ладно, пока выключимся. Вот такое у нас сегодня включение. О, о, да-да-да. Ой, молодец. Ой, а Яра-то что делает? А Макс-то что вытворяет? Ой, Макс-то. Макс, похоже, из этих. Из служебных собак. Но я говорю, что он сразу, видишь, у него в генах прямо заложено, он сразу взял такой огромный барьер. Ой, такое огромное препятствие. Там последняя ступенька, осторожно. Не, она, по-моему, это, шатается. Осторожно. Ой, какой умничка. Ой, да ты у нас какой умничка, Макс. Ой, какая хорошая собачка. Ой, какая собачка хорошая. Надо ушки, ушки почистить надо ему. Ладно, ну все, папа выключается. Пока. Вот. Там маленькая скандалистка. Макс. Маленькая скандалистка собачка. Вон она. Мы думаем, что-то случилось. И там просто маленькая собачка скандалистка. Ну все, пока выключаемся.